Сквер у ЗАГСа в Красноглинском районе этим летом был благоустроен по федеральной программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Теперь обновленное пространство украшают к предстоящим праздникам. Здесь появится несколько светящихся фигур, две шишки и фонарик. Местные жители с нетерпением ждут, когда сквер заиграет новыми красками. Очень довольны. Мы часто здесь с детьми гуляем. Это прекрасное место. Мы и вечером также ходим гулять, поэтому иллюминация, она лишней не будет. Мы будем очень рады. Последние работы по подключению выполняют во всех районах города. Иллюминацию проверяют, настраивают, а затем устанавливают в парках, скверах и вдоль дорог. На данный момент уже, в принципе, большая часть иллюминации уже выставлена. И бригадами горсвета продолжает устанавливаться светодиодные композиции. Также проводится профилактика консолей, включение, ремонт и остальные текущие вопросы. В этом году новые объекты не покупали, использовали уже имеющиеся композиции. Изменилось лишь их расположение в городе. Все объекты работают параллельно с основным освещением улиц. Отлаженные гирлянды и световые фигуры уже создают новогоднее настроение у горожан. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.